Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Поднимите ручку, кто меня слышит? Ручку поднимите, слышишь? Меня отлично все слышат. Замечательно. Мы очень рады видеть вас опять на нашей конференции. Давайте мы с вами сначала... Да, давайте мы с вами сначала вспомним, что мы вчера делали, да, о чем мы говорили с вами. Вот наши работы, которые нам ребятки прислали. Посмотрите, какие необыкновенные корабли будут у нас в будущем. Узнали свои? Кто рисовал, узнали свои? Да. Молодцы, надеюсь, все узнали. А сегодня мы с вами поговорим чуть-чуть о другом. Мы же помним с вами, как мы с вами занимались и искали лишние предметы. Помните? Да. Я очень... Надеюсь, что все помнят. Снежинка. У нас сегодня вот такое задание. В каждом ряду есть один лишний предмет. Найти его и зачеркни. Объясни, почему. Я буду называть, кто будет говорить, а я буду зачеркивать. Договорились? Да. Давайте попробуем. У меня с самого верху Сашенька. Сашенька будет искать предмет. Что? Лишний, в первом ряду. Ручка. А почему, Саша? Потому что все карандаши, а это ручка. Отлично. Мы ее зачеркиваем? Да. Вот так, да? Она лишняя. Да. Замечательно. Следующий у нас Миша. Второй ряд. Яблоко. А почему? Там 7 мячики, а там одно яблоко. А яблоко это что у нас? Еда. Так, а мячики, одним словом? Игрушки, наверное, да? Да. Да, да. Значит, и что мы зачеркиваем? Яблоко. Отлично. Ой. Так, следующий у нас Кира будет. Кирочка, следующий ряд. У Киры нет ноутбука. Так, давайте Полиночку тогда. Кто у нас? Полиночка, да, Наталья? Снежинка. А почему? Потому что три цветка, а снежинка не цветок. Отлично, замечательно, зачеркиваем ее. И четвертый ряд у нас будет Кирюша. Кирюш, говори. Вот этот ряд, где? Кирюш, что лишнее, Кирюш? Где у нас Кирюш? Ножницы. А почему это ты вдруг так решил? Вот там все ключи и вот ножницы. Отлично, замечательно. Зачеркиваем их? Следующий у нас будет Гоша. Искать лишний предмет. Здесь у нас листик поделен на 4 части. Давайте в левом верхнем углу под цифрой 1. Гоша, что здесь лишнее? Шляпа! А чего это вдруг-то уверенно прям? Потому что... Все цветы, а это шляпа. Отлично. Зачеркиваем ее? Да. Да. Здорово. Так, следующий у меня будет Машенька под цифрой 2. Где у нас Маша? Где у нас там Машенька, красавица наша? Машина.
Машина? А почему? Кто убивает, это леди. А машина это человек, который едет. Транспорт, наверное, да? Молодец, умничка. Под цифрой 3 у меня скажет Вероничка. Кто она там, Степанка? Вероничка. Нет, так, а мы это занимаемся. Мама, с каждым ведет по-разному. Видно, видно, Аркадий, тебя тоже видно. Вероничка, что здесь лишнее? Сумка. Сумка? А почему ты так решила? А потому что все игрушки, и книжки, и бумаги, а это сумка. А если подумать, это не сумка, а портфель, можно так посмотреть. Это портфель, это книжка. Это линейка треугольная, а это игрушка. Что здесь может быть лишнее? Игрушка. Почему? А, потому что... Клим, пишешь, я четвертый. Почему? Вот сколько инструментов их подумай. Школьные принадлежности, а игрушечка это игрушечка. Мы ее в школу брать не будем с вами? Не будем, зачеркиваем. Я не слышу, ты хочешь поговорить или чему? Да, и четвертый у нас, наверное, мальчика Макара найдем. Макарки! Что лишнее? Хлеб. А почему? Потому что это еда. Ну да, а остальное что? Инструменты. Молодец, умничка. Замечательно. Так, следующий слайд. Здесь у нас в первую ряду стрелка лишняя. Первая строка. Почему? У нас ответиков что ли? Кто у нас еще не был? Наташа. Книга. Здесь у нас кто лишний на той? Что лишнее? Ищем ее, красавица. Где-то она там была. А во втором ряду? Спряталась? Третья. А давайте Светика. Здесь Светик видно ее, красавица. Штаны. Давай, Светик. О. Ножка. Светик, кто здесь лишний? Чешка. Стол. А почему? Медведь. Медведь. Не слышала. Мама все не слышала. А петушок? Домашняя птица, да? Да, замечательно. Зачеркиваем этого петушка, пусть сидит дома. Так, следующая строка у нас. Что здесь лишнее? Ответит Полиночка. Ари, Полиночка. Таз? Мисочка. Тарелка? Да? Ага. А почему? Папа поймет. Потому что остальные там что? Это мебель, а это тарелка. Потом... Умница, молодец, зачеркиваем ее. Так, и третья строка у нас. Димочка где-то там у нас еще был. Я видела его. Ездить. Давай, Димоль, ждем. Третья строка, что здесь лишнее? Штаны. А почему это такие красивые? Потому что это вещи, а там еда. А одним словом можно как их охарактеризовать? Овощи. Молодец, умница. Не надо нам штаны, да? Мы будем в солнышке. И последняя строка у нас Эмилия была где-то тоже. Где у нас там Эмилия? Наталья Степановна, вы меня слышите? Да, Маша, конечно.
Ну, подскажи. Табуретка. Табуретка? Почему? Потому что здесь все посуда. Ну да. Так, молодец, мебель. Это мебель. Так, следующий слайд у нас. Вот какой красивый. И у нас Никита был где-то там. Где наш Никита? Включили ему звук, отвечает Никита. Никита. Я здесь. Что здесь? Никит, что здесь лишнее в первой строке? Здесь куколка, мячик, яблоко и яблоко. А почему? Там яблоко, ребята. Нет, и это не игры. Молодец, умничка. Замечательно, молодец. А у нас Амир там есть? Амирчик у нас есть? Да. Давайте следующая страна будет Амирчика. Он нам расскажет. Где у нас Рисовали по клеточкам, помните?
Девочка тоже хочет домику. Я сейчас вам попробую нарисовать, а вы потом за мной будете повторять. Договорились? Так, у нас стрелочка. Отсюда мы и начинаем. Одна клеточка вверх идет. Вот она. Да? Да, вверх. Ребятки, пока не рисуем, наблюдаем глазками. Да, пока не рисуем, ничего не рисуем. Две клеточки влево. Ой, убежала у меня одна клеточка. Две клеточки влево. Две клеточки вверх. Одна клеточка. Две клеточки вверх. Одна клеточка вправо. Двигаем. Да? Одна вниз. Вот она. Одна вправо. Вот она. Две вверх. Одна клеточка вверх. Две клеточки вверх. Одна вправо. Так. Одна. Лево. Ой, потерялась я. Две вверх. Забыла. Вот, две вверх. Одна влево. Одна вниз. Ой, потерялась у меня. Одна. Наталья Степановна. Да, моя хорошая. А у меня не нарушено. Что? У меня не нарисован домик. Ничего, сейчас мы будем другое рисовать, Машин. Это я вам показала, как мы по клеточкам рисовали, чтобы вы вспомнили. А вот теперь у вас должно быть вот такое. Да? Видите, у вас такое? Приготовили все? Ручки, видите, кто приготовил? И карандашики перед вами. Есть карандашики? Да. Молодцы, замечательно. Теперь давайте мы берем с вами карандашик желтого цвета. Желтого. Да, берем желтого цвета. Подожди, подожди. Фломастером можно. Да, я попробую. Не важно. Карандашики без разницы. Нет, мама. Все готовы? Мама. Не писать, уважаемые. Уважаемые дети родители. Продолжаем работу, а то у нас время закончится, мы не успеем с вами сделать. Мама, рисуй, это не он, но рисуй. Зеленый, не важно. Отступаем внизу с левой стороны. Одну, две, три, четыре клеточки. Четыре клеточки. Наталья Степановна. Камаша. Я послушала, что вы сказали. С левой стороны четыре клеточки. Горизонтали. Раз, да, по горизонтали. Один, два, три, четыре. А то это чего? Нашли? Четыре клеточки ведем вверх. Раз, два, три, четыре.
Четыре клеточки вправо. Вверх четыре клеточки. Вправо теперь четыре клеточки. Чтобы видно было, я потолще рисую. Четыре клеточки вниз. Считай. Теперь вниз иди. Четыре клеточки еще вниз. И четыре клеточки влево соединяем. Получился у нас такой квадратик. Только тебе надо было раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь одну клеточку по диагонали вверх поднимаемся. По диагонали. Две клеточки вверх. Раз, два. Две клеточки вправо. Раз, два. Две клеточки вниз. И соединяем влево. Нарисовали? Да. Так, теперь это все закрашиваем, кроме окошечка. Макарка, не расстраивайся, все хорошо. Не... Что там, Макарыч? Не расстраиваемся, все хорошо, у нас все получится. У вас все получится, потом можно будет переделать. И также работу прислать, как мы уже с вами по традиции. Урок долго еще продлится? Ну, еще минут 5-7. А то у нас у Алены английский в 12:30 должен по зуму начаться. Давайте раскрашивать потом будем, Наталья Степановна. Давайте мы тогда раскрашивать будем потом. Так, тогда берем красный карандашик. С верхнего уголка влево ведем одну клеточку. Одну клеточку влево. И с правого уголка одну клеточку вправо. Теперь по диагонали ведем три клеточки вверх. Раз, два, три. Давай, по клеточке ровно. Раз, два. И по диагонали три клеточки вниз. Раз, два, три. И внизу их соединяем. Внизу соединяем. На что похоже? На что получилось? Что у нас получилось? Домик. Как же мы его потом раскрасим? Треугольничек наш красивый. Дальше. Так. Теперь находим верхнюю точку. Посмотри, пожалуйста. Крыши. Потом. Потом. Ой, потом. Так. Одну клеточку по диагонали вниз. Верхнюю точку по диагонали вниз. Вот у меня стоит, видите? Найди верхнюю точку. Верхнюю а теперь точку. По прямой ведем одну клеточку так. Вверх. Вот здесь, молодец, вверх иди. Одну клеточку. Вверх, 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 по диагонали, вверх. Зрительно поделили одну клеточку справа пополам. Вот, смотри. И опустили вниз. Закрасили. Что же это у нас получилось? Смотри, вот здесь. Труба. Труба, конечно, труба. Какой домик без трубы. Особенно, когда у нас холодно на улице, надо, чтобы печка была. Да? Да, теперь берем коричневый карандаш. Нашли коричневый? Тебе нужен коричневый. С правой стороны от домика. С правой стороны от домика пропускаем две клеточки. Пропустили?
ставим точку. Одну клеточку вверх рисуем. Вот вправо. Одну клеточку вправо. И одну клеточку вниз. Отступаю домика, две клетки. Соединили влево. Так, красили. Кирилл, не на меня. Молодец. Все правильно. Закрасили? Берем зеленый. Пока смотри, как это делается. Да, пока появилось. Так, вы помните, как мы крышу рисовали? От верхнего уголка влево ведем одну клеточку. Одну клеточку. И вправо ведем одну клеточку. И вправо. А теперь зрительно посерединке поделили одну клеточку, которая находится в центре. Смотри, видишь? Соединили влево. Вот. Центр клеточки. Вправо. Центр клеточки. Разделили клеточку напополам. Вот. И закрасили. И соединяем. Закрасили? Так. Давайте побыстрее чуть-чуть. Вот так все кружки вытерут. Давайте еще чуть-чуть. Прям осталось совсем капельку. Так. Теперь три клеточки. Раз, два, три ведем. И что это за тебя за кружок получился? Посередине среднюю делим пополам и также разделяем по диагонали вправо, вот, влево. Соединяй ровно от точки. Закрашиваем. От точки соедини ровно. Ровно. И таких треугольничков у нас может быть. Посмотри, еще раз много, да? Сколько пожелаете. Чем выше, чем больше треугольников, тем выше. Еще раз. Елочка получится, еще раз, да? Три линии. Здесь разделяешь, здесь соединяешь. Ровно должно быть, Кирюша. Так. Теперь опять берем коричневый карандаш. Потом раскрасим. Взяли коричневый? Да. Слева от домика пропускаем две клеточки. Так, поднимаем три клеточки вверх. Раз, два, три. Так. Потом сейчас скажешь, так или нет. Одну клеточку влево. И одну. И вниз три. Раз, два, три. Соединяем вправо. Также закрашиваем. Вы нарисуете, потом будете закрашивать, кто не успевает. Главное сделать контур. Договорились? Ничего страшного не происходит. Все успеют, все красиво сделают. Ничего страшного. Считай, видишь? Раз, два. Две клетки вступить надо было. Не надо, ничего, я тебя наточу и потом закрою. Да, вообще. И берем зелененький карандашик. Бери, пожалуйста. Зелененький карандашик. Рисуем крону дерева. Одну влево. Поднимаемся прямо, прямо, прямо на три клеточки. Четвертую закругляем чуть-чуть, одну прямо, закругляем по диагонали, опять три клеточки вниз. Вот такое дерево у нас получилось. И все закрашиваем. Высокое дерево выше домика. Закрашиваем. Три сюда, чуть-чуть загнули. Так, доделываем вот побыстрее. Ну, у тебя на дом дерево заехало. Так, наступаешь.
Так, ребятки, давайте, у нас времени очень мало сегодня. Давайте мы все это дотрасим потом. Дорисуете солнышко, поделите пополам клеточку, нарисуете облачко, травку, дополните самостоятельно, хорошо? Ручку поднимайте, если услышим меня. Да, ручку, если ты услышал. Поднимаем ручку, дорисовываем самостоятельно, все хорошо. И присылаете нам, как всегда. До свидания, Маша. До свидания. Стоп, куда ты пошел?